Нашего ребенка. Да. Ребенком? А вы ее кормили чем-нибудь? Она грудью кормили, молоком? Как она питалась? Ничего не было. А как она выросла? Как он это ожидал, только Бог это знает. Это точно. Поможет. Это точно, что только Бог. И куда вы поехали потом? Куда нас повезли туда. А куда вас повезли? Уже после того повезли в Казахстан. О, правильно. Сначала было. И сколько вы там находились? Северный Кавказ. Да. Ну, в Казахстан приехали и сразу нас определили в село. На квартиру. Село. Кишлак какой-то. Да. Они долго не держали нас. А потом? А потом? А потом я... Потом мы были там. Ага. А где мы жили? Дали комнатушечку на двоих свиней. На две семьи? Я, значит, моя семья и вторая семья женщина и двое детей. Кацапка такая, да. Две, а? Там девочка была. Да? Кацапка, так, русская женщина такая была. Нет. С девочкой. Которая гадала, это та? Я помню, я была девочка, я помню. Ты помнишь? Да? Я помню, там была девочка, ага. А я же была, подожди, сколько, ну, уже прошло год, три два, года. Да, три года. Она бывала занималась, я даже помню, это окно и стол. И она сидела, занималась, девочка, школьного возраста. А я была, что помню, три года, два года, я не помню, не знаю, сколько. 300 я стояла возле него. На три человека. Так, у меня был чайник, что я чай заваривала. Я туда насыпала и заварила. Ну, спасибо. Заварила чай. Да. А это самое. И... Так я помню, знаете, дала, что помню? Дала ребенку немножко пить. Угу. Да. Ну вот, видишь, это помнишь. Да? Да. Помнишь это все, да? Да. Давай, теперь покушай. Покушай, уже холодный я чай. Помню, то, что было. Так я помню, Сереж, садись, вы чай будете. Не, 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 я вас умоляю, я вас умоляю. Ну что, стоя будет. А